Йо. Раз, раз. Ё-моё. Без линки у Майка. 100%. Спускаюсь из дома, открыв двери своего подъезда. Справа трется шпана, слева ребята местные. Некоторых знаю лично, с остальными в тесных. По родному району иду разыскивать бесов. Мой город небольшой, особенно район микро. Стандартная русская гетто по внешнему виду. Пацаны в китайских кроссах, без дорогих прикидов. Эти улицы слабых отсеивают ситом, они воспитывают моего младшего брата. За чистый город я готов уебать, если надо. Такая задача — найти ублюдков, торгующих ядом. Остаться незамеченным среди мусорских нарядов. Есть пару личностей, знаю, как зовут, знаю, где тусуются, знаю, как живут, с кем спят, с кем пьют, сколько имеют валюты. Мои пробивают так люто, что их стопро сольют. Лица узнаваемы, личности пробиты. За барыгу не потянет мазу ни одного бандита. Я добрый парень, есть манеры, нормально воспитан. Но есть вещи, за которых даже ангел возьмет биту. В общем, люди сработали, напали на след. Нашли, где хранят дрянь, их штаб-кабинет. Стертый протектор, кет, карман, кастет. Всем, кто трапит детей, держи хуб в ответ. Бам-бам, тело упало на старый паркет. Тело пока в шоке от неожиданного банкета. Тело говорит, не я, несет под нос. Что за бред? Ты же в толстовке, у тела тупя, чего есть пакет. Белый дрянь, а ну-ка глянь-ка глянем кент. Мы не будем бить лицо, причиняя ему вред. Тело не хочет страдать, предложив пару котлет. Тело хотело на море, теперь его бьет атлет. Пакету тем временем нашли применение. Спустив туалет, лесочек пакет испытал удивление. Через мгновение, падая в колени, этот шкет начинает умолять и просить прощения. И тело в грязи с лопатой, но уже без удивления. На дно мой город стал капельку чище. Если хаваешь, то фильтруй свою пищу. Тут будет править зло во имя добра. Тут только так, в этих дворах. Знаю дно, мой город стал капельку чище. Если хаваешь, то фильтруй свою пищу. Тут будет править зло во имя добра. Тут только так, в этих дворах. В этих дворах и катакомбах. Врубайся, если понял, о чем я. Здесь был безликий. 100%.